Ну вот, собственно, все просто. Настроена наша модель. Подключен смарт-проба через порт обычный звуковой. Вот. Включена металка. Поставлен сценарий. Можно немножко полетать. Ну вот самолет болтается здесь по ветру сам. Можно его посмотреть, зайти в него. Что тут можно с ним сделать? Понятное дело, покрутить его. Вот, можно его поставить в нужном месте. Можно выбрать фюзеляж, поставить, собственно, центр тяжести. Но я его уже подвигал немножечко вот в серединку, чтобы было. Аппаратура уже настроена. Значит, что здесь у нас еще есть интересного? А, ну, очень важная опция, которую надо было сделать в основном меню, это, собственно, настройка всех контролов. Вот у нас первый контрол стоит, properties, и, как видите, у меня, собственно, настроены и правый, и левый элероны. Вот здесь вот они хорошо видны. Вот я двигаю туда-сюда их. Один в реверсе, другой в прямую. Отклоняются они как надо от ручки. Вот. Соответственно, элероны разнесены, каждый на своей сервомашинке. Модель настроена моими базовыми настройками. Всякие режимы спит, не спит тоже работают. Вот. Теперь можно попробовать немножко полетать. Так, собственно говоря, здесь говорим ОК, здесь говорим Fly. Как видите, самолет у нас поворачивается к ветру, ветер дует у меня из-за спины. Подхожу, оббегаю самолет, просто чтобы понять, что он, показать, что он настроен. Вот. Ну, вот тут ветер немножко гуляет, вот смотрите, оба элерона вниз ходят прекрасно, все видно хорошо. Так работает дифференциальчик, виден хорошо, можно побольше сделать отклонение. Вот, все полетные режимы, все мои, даже кнопка взлетного режима, все тоже настроено. Вот я ее пощелкиваю. Вот. Значит, как можно запустить модель? Запускается модель с замечательной кнопочкой H, которая подбрасывает ее на 50 метров воздуха. Одновременно я стартую таймер свой. Ну вот я нажимаю таймер и подбрасываю модель. Опа, летели. Сейчас мы в скорости. Можем сейчас сделать пробный полет, просто пройти, чтобы модель отбалансирована быстренько. Ну вот, в общем, достаточно скоростной режим. Можно перевести в обычный режим, даже немножечко подзагнуться, покрутиться и быстренько сесть. Если в ангар не влетим, надо помнить, что у меня за спиной ангар стоит. Ух, меня ветром прокинуло, да? Ничего страшного. Собственно, мы сейчас еще раз подбросим. Так, скорость не перешел. Сейчас будет посадочка. Посадочку надо сделать ровненькую к ногам как-то. Быстро он летит-то. Пойди посади. Помним о том, что дует ветер, соответственно, можно использовать окрестные холмы. И еще в настройках погоды еще стоит, разумеется, стоит термал. Сейчас вот против ветра добраться бы только до себя. Добраться, дойти. Ну все, можем тормозить. Тормозим. Еще садиться не хочет. Вот. Значит, что тут, кстати, с настройками? Настройками все очень просто. Файл, General Options, но видите, стоит скорость ветра где-то 3 метра в секунду, турбуленция 1,8 метра в секунду, термик 1,3, ну, когда попадается, когда нет. Направление ветра 94 градуса и, соответственно, гуляние ветра туда-сюда порядка 68%. То есть, как бы, я заранее не знаю, откуда дует ветер, вот единственная подсказка, чтобы вам было удобнее справа. Ну, ладно, окей, полетели. Сейчас по-нормальному, вот это двухминутная отсечка, значит, запускаю таймер заново и стартую самолет. Оп. Полетели. Попробуем слетать на время. Переключились. Полетели искать погоду. Слушай, совершенно не помню, где у меня есть горки для того, чтобы чего-нибудь найти. В правом нижнем углу экрана у меня, собственно, два показателя. Это моя высота и альтитуда. А, вон гору. Гора слева показалась, значит, надо где-то там искать. И искать потоки. Ну, понятно, что это потоки динамические, не термальные. Но все равно надо попытаться слетать как можно больше. Сейчас туда придем и посмотрим.
Нет, это не та гора. Сейчас еще поди вернись. Ну вот как-то идем домой. Ёлка. О, что-то нас тут подкидывает, можно попытаться закрутиться. Да, вот оно пошло. Попытаемся. Да, ну ветер же дует на горку. На этом, кстати, ландшафте гора не одна, поэтому можно, стоя в этом месте, легко ловить потоки от других мест. Ну вот, замечательно, я вроде как не теряю высоту. Ну, смотри, дворчику слетали еще, продолжаем что-то тут набирать за счет этого холмика вдали. Не уйти бы только за холм, а то это же не настоящий поток. За холмом-то все же кончится сразу. Вот. Солнышко, тихонько, я тут запись делаю. Ну ладно, собственно, душечку мы слетали, можно попытаться сесть обратно или слетать в другое место просто для красоты. Туда против ветра сходить, да? Тут ангар слева показался, который нам мешает. Да, вон туда вот сходим. Тут же тоже что-то должно подкидывать иногда. Ой, это порыв ветра налетел. Сейчас мы попробуем этот порывчик и обработать. Нет. К сожалению, видишь, ни глазами так не понять, где мы, дальше холма этого или ближе. Ладно, не будем сейчас его пытаться. Хотя, в общем, вот тут вот тоже что-то есть. Вроде тоже что-то есть, но непонятно. Как устроены эти термики, я не понял. Но, в принципе, иногда они, в общем, даже неплохо ловятся. Не зависит бы планер на дереве. Так, дойти. Аккуратненько. Да, ну, в общем, тут дойти достаточно легко. Сейчас уже можно тормозить. Тормози. Садиться не хочет. Что-то подкидывает его. Тихий, зараза. Уже загнулся на полную. Ну вот, о, прилетели. Ну вот, собственно, как-то так. На 4 минуты дослетали. Ну, в общем, в динаме это несложно. Останавливаем.